Юношеская команда по волейболу, представляющая Суходольскую школу номер 2, в субботу 13 марта принимала участие в областных соревнованиях «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций. Турнир был организован в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу». Борьбу за победу вели 5 коллективов, представляющих Новокуйбышевск, Самару, Тольятти, Кинель и Сергиевский район. Наши волейболисты, подопечные Андрея Поймушкина, выиграли 2 поединка, оба со счетом 2-0, переиграв команды из Самары и Кинеля. Уступили также дважды, проиграв оппонентам из Новокуйбышевска и Тольятти. Эти команды, соответственно, в итоге стали первой и второй по итогам турнира. А наши ребята поднялись на третью строчку турнирной таблицы. Таким образом, юные суходольцы завоевали бронзовые медали, с чем мы их и поздравляем.